Огромное количество боли я был совершено нашими соотечественниками под боевыми знаменами. Будьте достойны продолжать эти славные традиции и настоящими патриотами своей родины. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. С честью и гордостью нести высокое звание юнормейца. Клянусь!